Мы выясняем историю твоего попадания в X-Factor. И я сейчас как раз вот разбираюсь, на каком этапе ты сразу же согласилась. Ну, ты, я так понимаю, что подруга позвонила тебе и сказала: так, собирайся, дорогая, поедешь на X-Factor. Примерно так было, да? Да, именно так было. Мы приехали уже, когда взяли билет, я поняла, что уже обратно пути нету, надо пробовать же делать. Молодец, я просто горжусь вами, вы молодцы, так и нужно делать. И, собственно, любой опыт, он есть положительным, правильно? Да. Но я хочу тебе пожелать удачного выступления, чтобы мы тебя порадовались. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету же, ні? Ету же? Ету же, ету же. Ету же, тільки акапелло. Продовжайте піти. Та чи зможе дівчина ним скористатися? Розгони, ти тоску во мне. Спокойно у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам белый снов. Ночь плывет, и мы за ней. Мир таинственный. Аида, на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. Ну, потому что когда все хорошо, и так все ясно. Чего разглагольствовать? Чего упиваться словоблудием своим? Не понимаю. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам.
Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект. Но у вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело?